А как вам, кстати, современный Бродский, Вера Полоскова? Вы знаете такую поэта Веру Полоскову? Она была в гостях тоже в этой студии. Вопрос на засыпку называется. Ну, что, почему на засыпку? Что такого? Вы с ней знакомы? Я знаю, что она ко мне хорошо относится. Писала как-то пост в ЖЖ, что ей нравятся мои стихи. Так. Я, как бы сказать, до недавнего времени я вообще говорил, что я действительно могу сказать, что не понимаю в стихах вообще ничего. Как бы в чужих стихах, вот, и... даже как бы какие-то признанные стихи, мне кажется, или вот тот же Бродский, да, мне кажется, плохими стихами. Ну вот, честно говоря, недавно я начал интересоваться поэзией. Может быть, я отвечу на этот вопрос там через год-два. Вот, я пока просто не готов, правда. Я не очень... Про Полоскову сейчас? Да, не хорошо. Готов. А, допустим, такой автор, как Псой Короленко, известен вам? Да. Да, тоже да, не да. готовы? Нет, вы знаете, некоторые мне очень вещи нравятся. Я, правда, вот, и больше мне даже нравится то, что это человек, который, как бы сказать, не просто производит вот эти там тексты или песни под гармошку, да, а интеллектуал. Он преподавал в МГУ. Я с ним познакомился этим летом, правда. А вы знакомы, да? Познакомился, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».